8 апреля в Центре культуры и молодежной политики чествовали призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Тех, кто не первый год доказывает основательность своих знаний. В копилку достижений теперь можно отнести и полученные дипломы от Комитета по образованию города. Их вручили более чем 60 молодым людям, школьникам Десногорска, за отличные знания по математике, физике, биологии и другим предметам. Надеемся, что вы будете приумножать свои знания, победы и достигнете больших высот. Также благодарственные письма получили и преподаватели. 33 учителя городских школ принимали непосредственное участие в подготовке призеров. Церемония также сопровождалась выступлением творческих коллективов и солистов.